Романушка. Давай, давай. О, какая молодец, хорошо идешь. Так, теперь обратно. Когда мы хромаете? Полгода где-то. Полгода где-то. Ну вот так она при кабине хромала, она вот месяц где-то так у меня хромает. Ну, мне кажется, это нет. Ага, ну давайте, вот туда. Ну все, установите, держит. Да, хорошо. Нет, на коленку лежит, чтобы в центре было, конечно. Ну, бачок, молодец, она, молодец. Тихо. Очень, если она будет на боку лежать, а эти она не на боку лежит, а на и если ваша вот правая рука будет не под, да, наоборот. Поближе сделать коленку? Вот эта рука, вот если она будет. Вот это? Вот это, да. И просто вот этой рукой, если вы прижмете, вот это, а? Чуть-чуть. Прям не сильно, а просто так, чтобы она. О! Еще. Здесь вот, смотрите, у нее голень смещается вперед. Mm-hmm. Это называется синдром движного ящика. У нее разрыв передней хистовидной связки. Uh-huh. Ну все, собственно. Лечится хирургически. Все? Mm-hmm.